Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц и короткие новости от Nomers Radio. За поддержку выхода этого ролика копеечка и благодарю Кирилла из группы Истова, Дениса Куликова, Анонима с Киви, Дмитрия Шуминаса, Ксюшу, для которой я все-таки пробрался в гримерку на концерте Аматри и снял Кирилла из Times Square, и Владимира. По поводу обзора не знаю, но в заставку иначе попадают. Парни из группы Wild Ways после своего московского концерта вместе с поклонниками сыграли и записали трек «Километры» в акустике. Идем играть специальный акустический послеконцертный сет, чтобы ОМОН нас не забрал, у нас есть 5 минут. Ребят, одна песня и сразу уходит, пожалуйста. Спасибо. Давай борт откроем. Минут. Я очень сильно хочу сейчас снять это видео. Мы все очень хотим. Я уверен, что вы нам поможете сейчас, правда? Да! Все равно вернусь, хоть и мне грустно так часто. Вы поняли, да, суть? Задумка крутая, получилась максимально милая и лампово. Напоминаю, что «Дикие дорожки» презентуют новый альбом 27 ноября в Питере и 29 в Москве. Сотен километров, задержи дыхание, задержи. Дома было бы намного легче, но за столом я один. Пражская группа «Марина» с Егором Ярушиным на вокале выпустила бодренький металкорненький сингл под названием «Facts in Files» совместно с Майклом Скаксом из группы «Outline in Color». Трек, как обычно, англоязычный, но в этот раз в нем есть вставочки и на русском языке. Альбом выйдет 27 ноября, а 3 и 4 октября Марина сыграет в Питере и Москве. Рубрика, рассказывающая о молодых и малоизвестных командах не из Москвы и Питера. Московские эмо-поп-панк-алды помнят группу, которая называлась «Послезавтра». Просто я понимаю, мне тебя не хватает, не верю никому. Мы же переносимся в Ростов, где первую часть своего дебютного альбома выпустили парни из новой команды под названием «Позавчера». Это участники групп Piranha Bay, Monster Joe и Battle Rapper Gyodze. Рамками жанра парни стараются себя не ограничивать, но в основе стоят панк и рэп. Есть клип, вот фрагмент, а те, кто захотят поближе познакомиться с группой, ссылку на нее найдут в описании. Я знаю, тут перепахнет голливудской жизнью для двоих. Я люблю тебя, да черт возьми, мне доставить звезду, а вот песню могу. Парни из группы Shredders выложили вот такой вот тизер с новым бородатеньким вокалистом, имя которого объявят 25 сентября. Люди в комментариях гадают, кто это будет, многие высказывают предположение, что человек на видео похож на Олега Ланкина из Кореи. А вы как считаете? Новый альбом из 10 треков вышел у великого и ужасного старичка Мэрилина Мэнсона. Называется пластинка «Warehouse», и стилистически в ней чего только не намешано. Например, Мэнсон привлек к работе над альбомом кантри-рокера Шутера Дженнингса. А еще неплохой сингл из двух треков совместно с Женей Сычевым из группы «Тапок» вышел у наших друзей питерских заводчан «Без Б». Ну а теперь традиционная рубрика с отгадыванием старого доброго за 3 секунды. Сегодня это американцы с их моим любимым треком с альбома 2002 года. На самом деле странно, что их до сих пор не было в этой рубрике. Кто смог отгадать название группы и желательно трека, пишите их в комментарии. Кто не смог, пишите, на что это, по вашему мнению, похоже. Кстати, многие просили меня сделать плейлист на Spotify с вот этими самыми треками, которые я загадываю в конце новостных выпусков. Я его сделал. Ссылку вы найдете в описании, плейлист будет обновляться и пополняться. Спасибо тем, кто досмотрел до конца, спасибо тем, кто копеечкой поддерживает выход этих новостных роликов. Честно, я вкладываю в них очень много времени и сил, поэтому финансовая мотивация не лишняя. Какой из релизов этого выпуска вы считаете лучшим, какой худшим, тоже пишите в комментарии. До новых встреч и пока.
Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. No mercy! Radio!